Привет, с вами Андрей, у нас Pixel Dungeon, прохождение воина. У нас вот в данный момент вот такой вот инвентарь. Остановились мы на том, что подошли к боссу Жижа. Вот. Наша задача будет его сейчас убить. По крайней мере, попытаться. Будет начеку, ведь ночью подземелье куда опаснее. На самом деле уже не ночь, уже 6 утра. Но не суть важно. Факт в том, что переходим. Береги жижи. Берегусь. А нам бы в идеале перекусить, чтобы нас голод не отвлекал. От слова совсем. А жижу мы, наверное, будем бить огнеплюем. Также гнусномохом. Главное, чтобы она не была фул в воде. Кстати говоря, у нас не фул хп. Попытаемся зарегенить его. Для этого нужно подождать немножко. Наш персонаж, конечно же, проголодался. Покушаем еще. Все. А теперь этот флакончик пойдет именно... капелька росы пойдет именно во флакончик. Теперь у нас 4 из 10. Ну, что могу сказать. Не самый удачный расклад, но в целом неплохо. Мы убили с босса жижу. Как говорится, значок заработан. Всем спасибо на этом за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.